Узнать, чем богат регион, собрались более сотни иностранных и российских бизнесменов, послы нескольких государств, депутаты Госдумы и представители органов исполнительной власти. Глава Кубани Вениамин Кондратьев рассказал об активно развивающихся отраслях экономики края, при этом отметив, что это не только сельское хозяйство и туризм, но и промышленный кластер. Мы выстроили четкую систему работы для улучшения делового климата, создаем комфортные, понятные и равные условия для всех инвесторов. Это сегодня приоритет, потому что, еще раз подчеркиваю, и не только инвестор, который приходит нам из-за пределов края, из-за рубежа, и внутренний наш инвестор, региональный инвестор, тоже должен чувствовать себя комфортно. Уверен, те, кто сегодня все-таки, коллеги, примут решение, я имею в виду, в первую очередь, об иностранных инвесторах, войти со своими инвестициями в Краснодарский край, они получат в первую очередь стратегическое преимущество на нашем внутреннем рынке страны и края по отношению к тем, кто все-таки продолжит думать над тем, все-таки заходить с инвестициями в Россию, в Краснодарский край или подождать. Я приглашаю вас как партнеров на самом деле прийти в Краснодарский край и вместе с нами совершить этот рывок. Рывок в будущее. Но еще раз подчеркиваю, этот рывок закладывается сегодня. В свою очередь, руководитель Торгово-промышленной палаты России акцентировал внимание, что опыт Краснодарского края сегодня успешно перенимают в других регионах. Несмотря на то, что мы действительно все знаем, что такое и кто такой Краснодарский край, каждый раз мы узнаем что-то новое о том, что там сделано, о том, что там предполагается. По многим позициям Краснодарский край является законодателем мод. Законодательный мод в промышленности, в туризме, в туристическом кластере, в зонах отдыха, в виноделии теперь, в сельском хозяйстве. Много можно чего перечислять. То, что начиналось в Краснодарском крае, предпринимателями Краснодарского края, с участием, естественно, администрации, команды, которая сегодня работает. В завершении официальной части презентации между Торгово-промышленной палатой страны и Краснодарским краем было заключено соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Подписи в документе поставили Сергей Катырин и Вениамин Кондратьев.